Apple, о чем ролика хочу после этого, очень классный канал. И не Лушов, это канал моего знакомого, я думаю, вы тоже его все знаете, это Тимоха Домино, это его новый канал, поэтому ссылочка на его канал будет в описании. Он делает каждый день почти стримы, снимает серии, поэтому всем советую подписаться. Повторю, ссылочка в описании, обязательно подписывайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас снова серичка по Amazing Roleplay. Давно не было серии, все потому что я болею, но не будем о грустном. Короче, сегодня я вам расскажу, как я за 3 дня заработал 17 миллионов без казино. Но от вас, пацаны, нужны лайки. На предыдущей серии вы набрали 200 лайков, но дам вам еще один шанс. Под этой серией набираем 200 лайков и выходит новая серия. Ну и хотел бы вам напомнить, что я играю на первом серии Amazing Roleplay, моник Кирилл Футбуль, не забывайте вводить моник по регистрации, и также не забывайте видеть мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, и протяжении 5 уровня получите 50 тысяч, протяжении 10 уровня получите 100 тысяч, то есть в общей сумме получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить, если что, на любом сервере Amazing Roleplay. Ну что ж, как я заработал эти 17 миллионов за 3 дня, пацаны? За 3 дня заработать 17 миллионов без казино — это довольно-таки сложно. Но я смог это сделать. Сейчас вы посмотрите, получается, в правую сторону, верхний угол. И у меня всего лишь 4 миллиона 700 тысяч. Вы скажете, типа, ты же поднял 17 миллионов. Да, я поднял 17 миллионов, но 15 миллионов я уже, пацаны, потратил на очень классную покупку. Но на какую покупку, вы узнаете только в следующем видео, поэтому ставьте лайки, пацаны, и она быстрее выйдет, эта серия, в которой я покажу, на что я потратил 15 миллионов. Ну а так, я сейчас вам докажу, что я все-таки поднял эти 17 миллионов, я вам там скрины вставлю, в принципе, что у меня были эти деньги. Ну и расскажу, как я их поднял. Поднял я их на санных гонках, пацаны. Я просто катался и продавал снежки. Их еще добавили, получается, 20 дней назад, даже больше. Но я их фармил там, немножко, совсем чуть-чуть. Крутил рулетку просто, я их не продавал. И вот я решил их начать продавать и поднял, пацаны, много денег на этом. Реально много денег. У меня даже сейчас продажи снежки стоят, я вам чуть позже покажу, в принципе. Как проходить эти санные гонки, я вам показывать не буду, потому что я снимал об этом видео, как только их добавили. В ютубе каждый просто снял об этом. Просто пишите в поиске Amazing RP санные гонки, и вы там найдете 1000 видосов, как пройти эти санные гонки, в принципе. Итак, я прописал НУ, новогодний квест, и вот сколько я нафармил, пацаны, снежков за все время. 48 тысяч, почти 49 тысяч снежков, пацаны, это просто реально жесть. По-другому не сказать, 49 тысяч снежков почти, это просто реально жесть, пацаны. Но зато я поднял неплохие бабосики на этом, реально очень даже неплохие. И давайте я вам покажу, в принципе, что мои снежки сейчас находятся на продаже. Вот, подходим на этот аукцион, посмотреть свои снежки, и у меня продается почти 5 тысяч снежков. То есть я за них получу почти 2,5 миллиона, если их купят, в принципе. Я в первый день выставлял их за 400, во второй день выставлял их, получается, за 500, и вот сегодня третий день, если что, пацаны, я записываю это видео, но сегодня я всего лишь 1000 снежков нафармил, потому что мне очень плохо было, сейчас получше немножко стало, и я решил записать видео, короче. Вот, пацаны, как-то так. Как вообще выставлять эти снежки? Вот, нажимаете выставить, здесь вы ставите цену. Всем советую ставить, пацаны, цену за 500, потому что, я реально ценю свой труд, поэтому я выставлял снежки за 500. И также, пацаны, эти санные гонки доступны с 5 уровня. Их скоро уберут. Вот вам скриншотик, короче. Их скоро уберут, пацаны, поэтому, кто хочет поднять бабок, скорее просто заходите на сервак. Если у вас нету 5 уровня, качайтесь до 5 уровня и фармите снежки. Эти снежки еще будут, вообще этот остров еще будет 2-3 дня, поэтому успейте, пацаны, заработать денег. Потому что больше вы потом нигде таких бабок не поднимете так быстро. Просто, реально, на какой работе можно за час заработать 500 тысяч, серьезно. Не на какой, дальнобойщики реально отдыхают в этом случае, потому что, здесь реально просто можно на изях бабки фармить. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Вот такое было короткое видео, пацаны. Я вам рассказал, как я поднял 17 миллионов. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Набираем 200 лайков, выходит новое видео. Я надеюсь, что к следующей серии я уже полностью выздоровлю и все будет хорошо. Все, пацаны, всем пока-пока.